Друзья, привет! Мы в детском кафе. Быстро-быстро вам покажу, пока не орет музыка. Это, смотрите, видите, это такие всякие аттракционы. Девочка проверяет. Куча уже детей, которые развлекаются. Вон моя тоже сидит. Ну, что еще могу? Музыка орет, надо быстро-быстро говорить. Сейчас я вам еще быстро покажу. Такие вот стойки. Там продают кушать. Тут продают игрушки, тут одежда. В общем, все, что ни попадя. Музыка, может быть, не даст нам возможность все поснимать кафе. Кафе очень большое. А там большой зал, готовят до дня рождения. Ну, все в большой одной комнате, но все разделено. Видите, там дальше столики. Вот. И тут столики. Можно, конечно, тут и покушать. Перед тем, как мы зашли, нам поставили печатки на руки. А мне и девочке. Ну, в общем, короче, развлекаемся. Американское детское кафе. Немножко-немножко быстро вам покажу. Музыка орет. Страшное дело. И, возможно... Вот она. Возможно, я даже могу ее потерять. Но нет, я ее нашла. Ну, смотри, сходит с ума. И думаю, ей сегодня очень понравится. Вон тетка, смотрите, какая американская стоит. Закидывает. Немножко американцу можно посмотреть и показать вам. Такая вот игра, такое кафе, и качельки, и развлекалки, чё хочешь. Друзья, надеюсь, вам понравилось гулять со мной. Пока!